собственники квартир, которые проживали постоянно в жилье, есть арендаторы, которые... Сколько у нас получается? 9 арендаторов, 4 квартиры. То есть 4 квартиры было, находились в аренде. Да. То есть там есть, понимаем, что есть вещи, имущество, и сегодня вам необходимы первоочередные какие-то расходы, которые вы несете. Поэтому мы провели сбор помощи благотворительной. Сейчас на каждую квартиру через Александра Дмитриевича, как только мы закончим совещание по ведомости, то есть по всем моментам, которые зафиксированы. Да, председатель ЖСХ будет участвовать. На каждую квартиру мы выдадим по 10 тысяч рублей на первоочередные расходы. Ну, что-то купить то, что вот необходимо. Соответственно, арендаторы, которые находились в арендных помещениях, получат эту выплату. То есть не собственники, а арендаторы, потому что арендаторов.